Где будет расположен сквер в честь 80-летия Краснодарского края? Во время рабочего объезда глава Анапы рассматривает разные варианты. Чехова не подходит, новый сквер нуждается в новой прописке. Здесь можно продолжить благоустройство, как и на Парковой, где так и просится уютное место отдыха. Внести свой вклад готово старейшее предприятие города – ПТП. Там просят они назвать разбитым скверы, и они готовы в нем участвовать, и обозначить его фамилию руководителя первого, создателя, основателя этой организации. Да нет проблем. Против, и они готовы. Если человек заслуженный, ищем, может тот досадить, там лавки поставить, благоустройство. Это все будет в этом. И здесь благоустройство, но надо найти новое место. Приумножать зеленое убранство – приоритетная задача, которую Сергей Сергеев ставит перед службами. Если Зеленстрой выполняет ее буквально, высаживая новые кустарники и деревья, то архитектура и управление имущественных отношений должны находить на карте города и формировать новые участки. За примерами далеко ходить не надо. Глава первым поручает сформировать участок у пенсионного фонда. Его срезать сегодня, закроется вот это уродство из гаражей, и хороший будет сквер. Смотри, людей сколько. Вот, вон. Иначе кто-то заберет, найдет способ. И построит здесь еще одну многоэтажку. Вот давайте столбить, и вот здесь вот проект уже подавать, и уже вот здесь можно проект делать. Предложение главы города получит единогласную поддержку от жителей этого района. Рядом с многоэтажками очень нужны зеленые островки. Конечно, здесь очень было хорошо. Парковая зона. Мы только за то, чтобы здесь что-то благоустраивалось. Какие-то клумбочки, какие-то беседочки, люди, чтобы отдыхали. Возможно, сделать какие-то детские сооружения, чтобы мамы выходили. Люди, тем более это пенсионный фонд. Приезжают люди, пожилые пенсионеры. Бывают часто длинные очереди. Вышли вот летом, чтобы было приятно здесь отдохнуть, посидеть. Я только как бы за, потому что там постоянно собаками гуляют, и дети то костры по осени жгут, то еще что-то как бы. Просто когда облагородят, будет чисто и приятно самим как бы мимо проходить.